Фотовыставка «История Союза композиторов» в фотографиях – один из ярчайших моментов 57-го международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена». Автор работ – Виктор Ахломов, четырехкратный обладатель премии World Press Photo. Выставка создана и инициирована Союзом композиторов России при содействии Музея музыки. Виктор Ахломов является всемирно известным фотографом, неоднократно номинировался и побеждал в различных номинациях, связанными с фотожурналистикой. Он известен как фотокорреспондент газеты «Известия», а также как фотограф, благодаря которому нам известны лица композиторов. В экспозиции более 60 стендов с фотографиями известных мировых композиторов за работы и в обычной жизни. Среди них Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян, Альфред Шнитке. Как отметил коллега автора работ Сергей Уваров, великие композиторы предстают не в формально парадном облике, а во всем обаянии искренности. Нам сегодня, открывая эту выставку, очень важно понимать, что данное мероприятие проходит в рамках 57-го международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена». Это очень важно еще и потому, что кроме того, что данный фестиваль расширяет свои географические границы, еще и обогащает тематически. Ранние работы Виктора Ахломова побывали на выставочных площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ростова-на-Дону, Перми, Казани. В Ульяновске выставка будет работать до 7 апреля. Из Ленинского мемориала она отправится в город Светлогорск, где будет представлена на форуме по интеллектуальной собственности. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.